Иномарка и рейсовый автобус столкнулись сегодня около 11 утра в Ярославском районе. Пассажиры «Икаруса» благодаря опытности водителя отделались легким испугом, а вот водителю «Форда» потребовалась медицинская помощь. Хлопок произошел, и вышли сразу. Сегодня, выйдя из дома, житель деревни Молозиново Ярославского района увидел автобус в кювете и разбитый «Форд» на другой стороне дороги. На лбу царапина. Ее больше подушка его стукнула вначале. Ну, больше от испугу, я думаю. Потому что, когда его подошли, я говорю, тебе, мужик, помощь нужна или нет? А он сказал, я в шоке. Я говорю, я к тебе лекарство, вот какое надо. Он минут 20 здесь сидел, ничего. Потом скоро приехал, увезла его. На скорой увезли водителя «Форда». Своих пассажиров, водителю «Икаруса» Юрию Тарасову, удалось уберечь от повреждений. Удержать автобус на дороге было невозможно, но в кювет он съехал плавно, на небольшой скорости. Никто из 10 человек, которые направлялись из Мышкина в Ярославль, не пострадали. Ехал, лежу, машину крутит. Ну, я что мог, предпринял. Но все равно он меня поймал и столкнул. Автобус не новый, но столкновение выдержал. Да и водитель не вчера сел за руль. Возможно, его 20-летний стаж и помог справиться с этой сложной ситуацией. Пассажиров спустя некоторое время довезли до места назначения на другом автобусе. А пострадавшую машину, прежде чем вытащить на дорогу, придется сначала откапывать. Ну, с этого года 10-й вот он лежит. Выйти из дома и увидеть разбитые машины для жителей этой деревни не редкость. Не так давно пострадала и остановка. Зоя Рыжкова, Владимир Чернов, городской телеканал.